Здравствуйте, уважаемые посетители канала. Ну что, общаться с вами только и общаться, и общаться, и общаться. Разъяснять разного рода вещи и прочее, и прочее, и прочее. Ну, вот смотрите, вот откуда прочее, прочее, прочее. На мой видос «Моча прошлое» Алекс 19 часов назад сделал такой комментарий. Геннадий Петрович, вы 30 минут рассказывали только о гравитане. Расскажите просто о урине. Какая польза? Мы же не будем искать беременных женщин без скрытых инфекций. Ага. Все заражены уреплазмой, микоплазмой и так далее. Вы, пожалуйста, посоветуйте, как принимать свою урину. Еще раз расскажите в свежем видео, пожалуйста. Очень такой, знаете, вот, ну, просьба вполне такая нормальная. Расскажите, пожалуйста. Для того, чтобы рассказать, пожалуйста, я должен выделить время свое собственное. Как Высоцкий там пел в песне. А я, может, в это время хочу гулять, угуривать Тимошки, играя там на гармошке. А я должен читать. Это раз. Второе. То есть время. Это раз. Свое жизненное время. Потратить на это, читать, это же труд. То есть я должен взять книжку, открыть ее, грубо говоря, прочитать. Вот, прочитал. Это труд или не труд? Мой труд. И я уже умалчиваю о самом главном. О том, что вообще-то надо изучить этот вопрос. Потратить намного больше времени, чтобы из различных источников, а их огромное количество, собрать эту информацию, прочитать ее, обработать и очень хорошо и еще опробовать. Это уже, знаете, не то, что я читаю, там, допустим, час я прочитал, если я без ошибок прочитаю, там, грубо говоря, час, да, нормально будет. А это уже могут быть годы, годы вашего труда. И об этом как-то мы и не задумаемся. Да что там рассказал, прочитал и так далее. И вы знаете, вот раньше, в советское время, да и вообще, как-то было несколько проще. То есть, раз книжечку вот автор написал, что здесь его проделанный путь по сбору материала, по обработке материала, по практическому применению, вообще по осмыслению этого вопроса. И вот она книжечка, и люди там читают, и все. Сейчас же время изменилось. Я как-то вот это не мог уловить ввиду своей, так сказать, старости, заскорузлости. Все изменилось. Вот если что-то кто-то узнал, книги, как правило, сейчас уже не идут, не читают. А он сразу же открывает курсы. Насколько он там в этом вопросе преуспел или еще. Мы даже-то не знаем, что у него. Ну, он может разное там рассказать. Да я вот знаю, я то все научу вас, ас. Мани-мани, платите мани-мани. И делает курсик. Делает курсик и пошло там дело, там получили вы что-то там, не получили вы там, это уже, как бы сказать, неважно. Он, грубо говоря, поймел свое, а насколько вы там остались без того, что вы хотели получить, это уже там другой вопрос. То есть талантливый человек и неталантливый человек. И вот я в следующем году, вот я выложил бесплатно начитанные мной аудиокниги. Я там посмотрю так для себя, сколько вы там просмотров было, кто там слушал. Или все это, знаете, так сказать, вот со следующего года, вот сейчас вот сижу и начинаю делать курс. Курс по целительным силам. Значит, вот я там расскажу, что там в первом томе. То есть, ознакомившись с этой книгой, она уже мной начитана. Вы при желании получите ее по ссылке. То есть я вам дам ссылку, на которую то так просто не войдете, если вы, конечно, не хакер, не обладаете такими, так сказать, познаниями, как это все туда влезть. И, грубо говоря, за какую-то минимальную плату вы ознакомитесь
с первым, допустим, томом, ознакомились, допустим, за 1000 рублей. Если вас это интересует дальше, вот он, значит, следующий том, второй, тоже за 1000 рублей, ознакомились. Интересует дальше, вот как раз биоритмология и уринотерапия, третий том, и создание собственной системы оздоровления, четвертый том. Если вас это заинтересует. А если вас не заинтересует, но, значит, это вам просто не надо. Либо, если вы как раз сами с усами, ну, ищите по интернету и так далее. Ну, вот, будем говорить, какие-то реальности. Я как-то долго думал, вот это платное, неплатное, меня там коробило. А я смотрю, да это нормально, оказывается, явление. Любой труд должен быть оплачен. Это вообще так. А я со своего барского плеча вот это все, знаете, вывалил вам. И ничего не ценится. Вот такие вот вопросы идут. Вот, пожалуйста, посоветуйте, как принимать урину. Еще раз расскажите в свежем видео, пожалуйста. Вот уже все есть, понимаете, вот все есть на канале. И человек не может пользоваться каналом, не знает, как это там сделать. И вот ему расскажи. Расскажи и покажи. Как говорится, понимаете, как хотите, а я вот так вот сделаю ссылочки. Вот как сейчас современные эти делают. Все расхватали, все поделили. И, грубо говоря, курсики, мани, насколько это полезно и так далее. Это, так сказать, вступление мое было, уступление. А сейчас, непосредственно я начну рассказывать вот о курсе «Целительные силы» и сделаю его, вставлю. Сейчас все эти видео найду, переделаю, чтобы только по ссылке было, какое-то, значит, вступление там сделаю. Ну, вот так как-то. Так что с наступающим!